Это мне, да? Это... А? Отдал дачу, да, он ушел, и вот жду. Где-нибудь расписаться надо еще? Вот это и все, да? Хорошо. Ага, труп, да, видишь, закоченел и не может согнуться. Так это и есть труп. Не заснула? Блин, говорят, труп, что ли, тащишь? Я говорю, да, труп. Вот штатив у меня тут есть. Штатив есть! А, штатив! Нет. Тяжело быть трупом. Так, руки у него, он так не войдет.
Значит, придется оттуда, наверное, запихивать его. И как тут? Что-то он такой тяжелый. Заявлено было, что... Может, просто на заднее сиденье положить его? А, не войдет. Рост 170. И как его? А может, войдет? Наверное, надо сложить и положить сюда, да? Вот если на заднее сиденье входит, смотри, сложить. Не входит голова, да. Благодобдля. Да, что-то я не позаботился еще хлам выкинуть. Всякий хлам. Это еще что? Это чехол. Хера, у него заявлен вес 40 килограмм, о, 50, вообще официально, это уберу. Вообще официально как бы у него это, 45, надо было 200, но, а почему-то сказали в службе доставки, что всего 40. А я поднимаю такое чувство, что все 50. А милиция у нас не арестует? Да ладно, посиди, пока отдохни. Стал отдыхать. Ногами вперед его, да? Да я уже затаскиваю ноги, все. Не так, ну ладно, давай так. Я уже ноги затащил, главное было ноги затащить. А ему некуда было положить ноги, понимаешь, пока я расчистил место. Он якобы 40 килограмм весит, он тупец, короче. Что там, голова? Ладно, просто его это закрою, да и все. Так, водичка, жвачка, что тебе дать? Блин, 30 минут. Мне жвачку. Точно жвачку не хочешь? Из этого. Карточка, по которой он должен выпустить. Там, где-то, да.
плечом, мне сюда видно. Ну все, поехали. Ну, наверное, в 9 будем. Завести где-то можешь. Часик потанцуем. Как с климатом? Холодно, жарко. Называется манекен для единоборств. Так, где мы? С раздельными ногами. То есть я могу делать вот эту штуку,